И понимаете, когда по психиатрии больницы работали по протоколам 1977 года, когда еще советская психиатрия была карательная, и только благодаря мне это было изменено в 2005 году, я хорошо помню, я бегала с этими министрами, а они же менялись как перчатки, потому что господин президент, то, что он мог, это распускать парламент, больше полномочий у него не было. И их перехватить было очень сложно. Я хорошо помню, что один из них, господин Поличенко, такой протокол уже с ВОЗом согласованные. И вот пришла и сказала, подписываешь. Все. И подписала. Ну, не знаю. Как вы относитесь к своей работе, дорогой? Я знаю, что вы очень любите то, что вы делаете. Ну, да. Я не могу заниматься тем, что мне не нравится. Ну, это же большое счастье, когда есть роскошь заниматься тем, чем ты хочешь заниматься.